то есть он тяжело дышит, а потом говорит, ну, что я сломаю ему шею. И вот здесь вот этот мелкий кадр, который у тебя, что он напротив. Да. Этот поднимает взгляд и вид генерала. Панорама вверх, здесь укрупненная панорама вверх, продолжение. Он, генерал, ловится улыбка такой. Надо стрелочки поменять, что вперед. Ну, я тут начал нумеровать. И он такой, взять его. И вот здесь, я не знаю, вот либо они вот так выскакивают, да, так, либо просто показать ноги вот такие силуэтные, бегущие. Ну, в принципе, потому что вот этот кадр, он у нас несколько раз встречается, точнее... Ну, он просто в разном масштабе будет, он будет вот так на него. Да, и разные персонажи. Еще, еще там же в сценарии, смотри, как написано. Там написано, что он смотрит и видит, как вот эти солдаты бегут, да, на переднем плане. Вот там, ну, как бы на большом зуме, да? А за ними такая ухмылка генерала, как бы такой наезд. Ну, у меня это раскадровано. Раскадровано это, да? Да, это все вот. Раскадровано. Он, это вот его глаза. Ивана. Потом вот он видит этого генерала. Вот. У меня немножко по-другому. Ага. Уже успела раскадровать. Это еще было давно. Это старое. Это старое, да. Вот. Вот это. Вот. Вот сначала Иван, потом... Генерал взять его, да? Ну вот, мне хочется, чтобы вот были такие бегущие силуэты, как будто на месте они бегут, на переднем плане. То есть, вот. Они черные. И за ними там, и вот камера немножко трясется, или они бегут, вот, на него, да? А за ними такой генерал такой, с ухмылкой. Дальше мы опять переключаемся. Просто не была идея, то, что вот они бегут, да, и уже руки надвигаются. Нет, нет, вот руки надвигаются, потому что мы сейчас иначе вот на этот кадр не выйдем. Вот, он смотрит, опять наезд, вот он смотрит, так? Нет, вот генерал, да, мы видим его ухмылку за бегущими силуэтами. Вот, потом, потом Ивана показываем, вот, еще более крупный план. Потом видим пайлота, который тоже смотрит, ну, чтобы состыковка с генералом была. Раз зажмурил, что все, ему сейчас все. Сейчас Иван его это, сломает, ему позвоночник. Сейчас, подожди. Так. Солдаты еще, ну, уже выскакивают совсем близко. Так, типа замах. И Иван закрывает глаза, опускает, поднимает руку, ну, в смысле, вверх движение этой палки, и вот этот кадр, вот этот силуэтный кадр, где он чуть-чуть приподнимается, вот, и тут вот, я еще раз повторю, просто чтобы это запомнить, что вот тут как раз вот такой ритм, что он приподнимается, и там получается, вот его выбивают просто вот из экрана, то есть вот так. Один за другим несколько солдат. То есть сначала один солдат, потом другой, потом третий. Вот, то есть, и каждый раз это выходит в слоумо. То есть он поднимает тысячу раз удар. И такой следующий. Вот. И потом. Вот. Его буквально. И его буквально выносят вот так за экран, одни ноги так уходят. То есть вот этот тройной, вот этот тройной. То есть они как пули летят. Вот. И потом крупный план, что ему там хук по челюсти попал. И это все в силуэтах. В черных силуэтах можно сделать. Просто черный, белый фон, черные силуэты. Вы тогда пометьте, что будет входить, а что нет, потому что там... Я могу
могу даже вам маркер цвета другого цвета дать. Да, мне нужно сейчас это все вот